друзья, сразу два масштабных спортивных события произошли в Москве накануне, и оба на пределе человеческих возможностей. Ну и сначала о первом. 17 лучших атлетов России сразились на турнире по кроссфиту. Так называют дисциплину, объединившую силовые виды спорта. От подтягиваний и отжиманий до приседаний со 100-килограммовой штангой. Наш корреспондент Алена Пивкина пообщалась с современными гераклами. Болельщики нервничают даже больше участников турнира. Железная выдержка – конек этих спортсменов. Штанговая лесенка – гонки на выбывание. Силовые упражнения здесь надо выполнять на скорость. Мышечная масса – не гарантия успеха. Евгений Экштайн, мастер спорта по кикбоксингу и пауэрлифтингу, последние несколько лет старается сбросить вес, чтобы добиться лучших результатов в кроссфите. Я в силовом экстриме выступал 135-140 килограмм. Для кроссфита это не то, что убийственно, это катастрофически. И применение каких-либо дополнительных вспомогающих средств мне просто не нужно. У меня силы и дури и так хватает. Динамика, скорость, выносливость. Главное в кроссфите – равномерно распределить силы на все этапы турнира. Мышцы ни в коем случае не должны остывать. Поэтому даже в короткие перерывы между конкурсами спортсмены заняты физическими упражнениями. Эта разминка похожа на гимнастическую, но в отличие от гимнасток, эти хрупкие девушки во время выступлений подтягиваются, отжимаются и поднимают тяжеленные штанги. Скоростная лесенка – одно из самых простых заданий. За 3 минуты нужно поднять 10 штанг. Стартовый вес для девушек от 25 килограммов. Юлия Зауголова, новичок в кроссфите, не осилила только последнюю штангу в 70 килограммов. Оцениваю себя на четверочку, не справилась с последним подходом. Немножко сказалось волнение. Я шла самой первой, и, ну, именно из-за волнения. Немножко неправильная тактика, но на 4, хорошо. А вот Екатерина Ильина выполнила все задания. В гонке преследования ей не было равных. Подтягивания, пистолетики, силовые выходы и приседания со штангой девушка прошла на одном дыхании. Правда, позже призналась, за некоторые упражнения переживала. Наверное, подтягивание и выход. Остальное как-то легче. Вообще комплекс ужасный. Очень тяжело после оверхедов идти на подтягивание. Руки уже не держат. Все прибило. В общем, кошмар. Несмотря на страхи, Екатерина одержала победу над всеми соперницами. Теперь вместе с победителем среди мужчин Сергеем Колтовским поедет на Кипр. Там в декабре состоится главное состязание кроссфитеров – Гран-при Гераклеон. Алена Пивкина, Игорь Крапивянский, Life News.